Всем здравствуйте! Дочь Геннадия Зюганова официально расторгла брак с Сергеем Никифоровым. После развода Татьяна переехала в элитную квартиру в центре Москвы. Там она будет жить вместе с тремя детьми. Расставшись с мужем, 47-летняя Татьяна поселилась в квартире, которая расположена у станции метро «Белорусская». Известно, что 77-летний Геннадий Зюганов старается всячески помогать дочери в непростой период. Напомним, наследница политика прожила с заместителем гендиректора «Керама-центр» Сергеем Никифоровым более 10 лет. У супругов растут трое детей, которые после развода остались жить с матерью. С бывшим мужем у Татьяны есть совместная туристическая фирма «Согласие», которая участвует и в госзакупках. Пока неизвестно, продолжит ли дочь государственного деятеля сотрудничать с экс-супругом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока!